полицию поступила информация о том, что в одном из торговых центров Фрунзенского района ведется торговля контрафактными вещами. На деле оказалось, что в магазине, специализирующемся на продаже мужской спортивной одежды, действительно продаются изделия с признаками контрафактности. На них размещены изображения, сходные с зарегистрированными товарными знаками известных производителей спортивной одежды. Изъятые направлены на экспертизу 218 единиц контрафактной одежды. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.10 КоАП Российской Федерации. В Энгельсе прошел комплексный рейд по увеселительным заведениям. В одном из баров торговали алкогольной продукцией без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. Изъято 19 бутылок алкогольных напитков различных наименований. Кроме того, выяснилось, что несмотря на запрет работы с 23 вечера до 6 утра, бар был открыт для клиентов в ночное время. В отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 и статье 14.16 КоАП Российской Федерации. Стоит отметить, подобные рейды продолжатся по всей Саратовской области. Анатолий Чернов, Анастасия Безрукова, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.